Ну, обязательно вернутся еще и Шашков, и Йотипака, Чесалин. Игроки незаменимые для Сибири в большинстве. Шаров. Сброс на синюю линию не получается. Выход 2 в 1 может получиться. Никонцев и Карпов бегут к воротам. Бросок в ближний угол и гол. 1-0. Анатолий Никонцев. Еще раз смотрим. Затем, как Анатолий Никонцев своим шансом воспользовался. Ну, уже опытный игрок, 31 год. Анатолию Никонцеву, уроженец Екатеринбурга. Свою карьеру начинал как раз-таки в континентальной хоккейной лиге, я имею в виду, начинал он в автомобилисте.